Что обида – это подавленная злость или подавленные иные чувства. То есть бывает очень часто, что люди друг на друга дуются, как малые дети. Обида – это регрессивное состояние. То есть взрослые не обижаются, обижаются дети. А взрослые обычно проявляют свое мнение, да, свои чувства. Они этого не боятся, они про это умеют говорить. Если они, конечно, сами в контакте с этими чувствами, тогда они могут другому человеку сказать о своих чувствах, о том, что ему неприятно, например, это слышать. Да? Они просто ходить и молча дуться друг на друга, как дети малые. Ну, не все на это способны, поэтому многие люди обижаются. Именно потому, что эмоции не высказаны. Поэтому священнослужители обычно, опытные духовники рекомендуют к исповеди подготовиться, вспомнить свои старые обиды, вспомнить эти эпизоды, прокрутить их в голове и как-то постараться отнестись к ним с точки зрения христианской рассудительности. Как, да, сказано в Писании, имейте ум Христов. Надо смотреть на все глазами Иисуса Христа. А для этого нужно сокрушить свою гордыню, спустить с пьедестала невиновности и все-таки постараться увидеть какую-то свою вину в той или иной ситуации. Да, и в конце концов признаться себе в истинности своих чувств, а не пытаться притворяться себе гладким и пушистым. Да, вот как вот этот милый котик. Ты, конечно, можешь думать, что ты милый котик, но это же неправда. Да и он тоже не милый, да? Вот это поворот! Вот если я его-то разозлить, он же тоже что-нибудь скажет. Что-нибудь мяу скажет. Вот, а сейчас он лежит, мурлычет. А если у нас с ним испортятся отношения? Если я там, не знаю, перестану его кормить, начну дергать его за хвост, как вы думаете, какие у нас будут отношения? Вопрос, будет ли кот на меня обижаться? Нет. Кот будет всем видом показывать, что он меня не любит. Терпеть меня не может, а будет стараться меня держаться в стороне, так как он сказать не может. Да? Ну, вы же не кот, вы можете сказать человеку, что у вас что-то есть. Поэтому, если у вас конфликт какой-то неразрешенный, но вот вы, так сказать, не расставили точки над «и», будь здоров, то можно это разрешить в режиме прямого диалога. Если это что-то старое совсем, и человек где-то там далеко живет, то лучше на исповеди с батюшкой все это дело проговорить.